Всем привет! С вами Fashion TV и я Богдан Шувалов. В репетиционном зале снова царит творческая атмосфера. Участники полностью отдаются процессу, ведь их оценивает бессменный режиссер-постановщик проекта Александр Ревзин. Давайте посмотрим, что же там происходит, и спросим мнение у самих ребят. Давыдович, на самом деле, каждый день рассказывает массу-массу полезной информации для артиста, начиная от того, как петь, как вести себя на сцене, как подавать себя, в чем выходить, какой наряд одевать под конкретную песню. То есть все-все-все абсолютно важно. Я стараюсь не пропускать ни одной репетиции и как можно больше времени проводить там. Атмосфера, на самом деле, очень классная. Конкуренции пока что я не ощутил никакой. Наверное, может, потому что мы не так много общаемся. То есть мы на репетиции, у нас нет возможности там много прям говорить, как-то сдружиться, где-то там пару минут пересекаемся, общаемся. Я многое узнал в плане сценического движения, в плане исполнения манеры, цели, характера, взглядов, игры на камеру. Я это очень осознал, что это очень важно, потому что я впервые участвую в таком большом проекте. Мой дизайнер Джамал, мне очень понравилось с ним работать. Современный парень, современные взгляды. Мне нравятся люди, которые любят экспериментировать. И это есть в нем, и меня это очень порадовало. Теперь, я думаю, я буду смотреть на некоторые вещи, одежду совсем по-другому буду подбирать для себя. И мы получаем от режиссера очень много полезных советов. Александр нас очень многому научил. Причем, да, я здесь всего лишь неделю, но уже масса полезной информации. Причем это и советы относительно постановки номеров самого шоу, и какие-то вокальные советы. Как лучше петь, какая лучше должна быть подача голоса. Также, например, я никогда не думала о том, чтобы вставить рэп в свою песню. Как раз Александр подсказал, что можно это отлично сделать. Или, например, у меня есть привычка, да, очень сразу же всю энергию выдавать публике. Режиссер мне посоветовал не выплескиваться, не расплескиваться на сцене сразу, а постепенно. Весь этот процесс очень полезен для нас всех и для нашей музыкальной карьеры в дальнейшем, поэтому мы очень благодарны Александру Давыдовичу за то, что он всегда с нами в трудные минуты, всегда нам объясняет очень важные вещи, которые всегда нам пригодятся на сцене. У нас очень теплые отношения с каждым из конкурсантов, мы постоянно дружим, поем вместе, разговариваем между собой, и особенно вот в трудные минуты, да, когда что-то там на сцене не получается, мы обсуждаем это между собой, то есть как бы делимся опытом, поэтому у нас такие семейные отношения, можно сказать, теплые. Оля, привет, расскажи нам, ты первый раз на новой волне? Привет, да, я впервые работаю на новой волне и безумно этому рада. А с какими конкурсантами ты работаешь? Я работаю с артистами из России. Это Дан Розин, парень, который представляет Россию. Также я помогаю одевать парня из Украины и Мальты. А как у вас проходит все? Подружились вы, как-то их подготавливаешь? Расскажи об этом. Да, ребята все очень потрясающие, молодые, интересные, талантливые. Работать с ними действительно интересно. Они очень симпатичные, поэтому одевать их достаточно просто. Мало того, что нужно, чтобы одежда красиво смотрелась в кадре, обязательно нужно смотреть и репертуар, и что представляет из себя личность артиста. Очень важно, чтобы артист смотрелся органично, интересно, чтобы выделялась его личность, песня, но при этом одежда дополняла действительно его «я». Целый день конкурсанты с завистью наблюдают за отдыхающими, которые наслаждаются жарким нежным климатом и морем, но все их время занимает тщательная подготовка выступлений, примерка костюмов и запись песен. Продолжайте смотреть дневники «Новой волны» на Fashion TV. С вами был я, Богдан Шувалов. Пока! I love Fashion TV. I love Fashion TV. And I love Fashion TV. I love Fashion TV.